Как сделать чехол для планшета? Чехол является неотъемлемым атрибутом любого современного гаджета, в том числе и планшета. Он помогает не только защитить его от механического повреждения, тем самым продлив срок службы, но и придать индивидуальности своему обладателю. В магазине вряд ли встретишь оригинальный аксессуар, поэтому лучше смастерить его самому. Так как же сделать чехол для планшета своими руками?